В интернете разгорелся новый скандал, на этот раз связанный с пользовательской безопасностью. Российский разработчик антивирусного программного обеспечения Dr. Web заявил, что многие дешевые смартфоны из Китая заражены опасным вирусом. Примечателен тот факт, что все смартфоны, которые подверглись тесту, были абсолютно новыми, а это свидетельствует о том, что телефоны были заражены на этапе производства. Когда мы говорим про вирус аппаратно реализованный, то есть, по сути дела, реализованный либо в кристалле, либо в микропрограммном обеспечении, но здесь есть определенный риск у самой компании, репутационный риск. Ну а технически, для того, чтобы устранить подобные проблемы, нужно либо выполнить полный редизайн самой микросхемы, либо полностью изменить программное обеспечение. Других вариантов, в общем-то, заблокировать действие данного программного обеспечения не существует. Сейчас заявлено, что 40 моделей телефонов небезопасны для пользователей. Суть работы встроенного трояна в том, что вирус без ведома хозяина телефона имеет право доступа к конфиденциальной информации. Кроме этого, вирус способен запускать программы и отправлять платные смс-сообщения. Все это открывает простор действий для мошенников, но производители смартфонов эту ситуацию пока не прокомментировали. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.